Так, друзья, всем привет. Я нахожусь в Ницце. Вот это я приехал в статусе беженца и хотел вам показать, ну, наверное, уже большинство знает, но, возможно, будет кому интересно, как новоприбывшим достаться лагеря беженца. Вот смотрите, здесь эта улица вот до конца идет и спускаетесь до аэропорта. То есть вы прямо выйдете, что немножечко дальше отойдете, что в ту сторону, в любом случае, вы идете по... прямо наверх и ориентируйтесь на вот такие вот желтые башни. Вот. И там еще есть отель Sheraton. Тоже на него смотрите и поднимайтесь наверх. И далее вот поднимаетесь. Вот такое вот здание. Какое-то недостроено. Вот. И поворачиваете здесь налево. Вот. И как мне показывает навигатор, здесь осталось пройти метров 100. Сейчас посмотрим. В чемоданах с вещами идем пробовать просить переночевать в лагере. Я надеюсь, сейчас меня приветливо встретят, так как я предварительно связался с ассоциацией Афука, называется. Может, по-другому ударение, но Афука. Ведете в Facebook или в Инстаграме, вы увидите социальную страничку ихнюю, где они выставляют все свои, то есть свою деятельность, как помогают, что, как, да почему. Ну вот, я вижу, есть дети, возможно, кто-то живет. Сейчас такой вот трогательный момент. Буду заходить. Сказали, что подойти, сказать, что я с Украины, ну и так далее. Вот такая вот Ницца вечерняя. Перелет был замечательный. Летел я с Франции 2,5 часа. Перевозчик Лот, очень хороший перевозчик, хорошо обслуживание, кормят. Летал на КЛМ, больше понравился Лот. У нас как-то так. Вот я смотрю, люди выходят, так что возможно есть. Ну все, с Богом, будем пробовать. Ось він лагер. Тут охорона. Зараз треба сказати. Все, до нових, как говорится. Подписывайтесь на канал, следите за новостями, дальше будет интересно. Все только начинается, новая жизнь. Надеюсь, все будет хорошо. Все, пока-пока.